Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра Фермер Симулятор 22. Как вы видите, мы почему-то вот эту траву не смогли собрать. Не знаю, с чем это связано. Но вот почему-то не собирает. Чуть-чуть собрал, чуть-чуть не собрал. Ну и с камнями у нас траблы. Но я думаю, ничего существенного не произойдет. Итак, у нас есть теплицы. Вот раз, два, три. Три теплицы. И уже по три. У каждой теплицы, ну, почти по три этих. Я их, кстати, могу поднимать. Я уже пробовал. Солому мы эту приберем чуть позже. Здесь чуть-чуть травка. Ну, травка-то такое вообще. Что нам на данное время надо? Надо нам. У нас три поля. А, кстати, мы же в прошлой серии занялись, ну вот, покосом травой. И вот что здесь у нас происходит, да? Думаю, стоит его тут трамбовать. Но придется, наверное, самому это делать, потому что у нас... Ну, посмотрим, какой тут трактор с более широкими колесами. Этот с узкими. Придется побегать, конечно. Тот, кажись, тоже с узкими. А вот тот, то, что с водой, тот как раз... Ну, этого чуть шире. Этого, не знаю, либо такие же, либо... Ну, такие же, в общем. Будем трамбовать. Давайте. По идее, там не так уж и много, в общем, этих горбиков, холмиков. Тихо, не надо на стенку лезть. Нет, только не на стенку. Совсем. В общем, мы забыли что-то. Посмотри, какие у нас еще контракты здесь появились. Культивация. Вот здесь предлагают наград 117 на культивацию. Приготовьтесь. Поле 26 к следующему культуре при
помощью культивации используйте своеобразное оборудование или арендуйте его. Что-то мало как-то, 197. Там вообще мини-поле. Поле номер один. Опрыскивание. Ну, удобрение. 39. Хорошо, давайте. Уничтожить Сарангенополь 52, опрыскивайте его гербицидами. Хорошо. Гербициды, вот. Сухими, что ли, гербицидами? Серьезно? Гербицидами. Да, сухими. Хорошо, давайте. Известь, пшеница с удобрением. Гербицид. Топление, известь, пшеница, овес, корм. Чё? А чё-то, ну не это. Это известь. Это известь. Прикольно. Подожди. Жидкое удобрение. Гербицид. Сходу прийти потенка. Ткали. Потенкали. Тополь. Семена, силосная добавка, минеральный корм. Силосная добавка повысит урожай. Насколько они, интересно, повысят? Что имеется одна в наличии? Тоже никаких эффектов. Простите. Семена известь. Сходу приняли корм кали. МКР нужно заполнить распределителей удобрений. Пшеница, овес, корм для свиней, дорожная соль. Прикольно. Картева, удобрение, известь, возьму тоже соль. Ну, это у нас есть. Давай я эту тогда. Thank you.
29-го вот сюда вот. Дать работу, но не работу в поле, а просто приехать сюда. Вперед. В общем, езжай. А мы будем тем временем выравнивать вот эту штуку. По этой, как она там растет. Прессовано 100%. Отлично. Так, по поводу... Этот уже приехал, да? Перейти. Работать. Посмотрим, как он это отработает, это все дело. Гербициды, но чё-то не тот этот. У меня нет этих гербицидов и... Читатель. Ладно, он тут надолго. Так, по поводу... Где там моих туземцев? Что тут насчет травы? Трава.
Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ага. Это по сезон урожая. Угу. Каждый месяц? Серьезно. Придется подождать. Я просто не знаю, сколько будет длиться все остальное вот это вот добро. Давай цепляем прицеп этот. Такс. Вид здесь. Открыть крышу. Сторона разгрузки назад. Выбрать камеру, звуковой сигнал, сторона разгрузки. Уф. Вправо, назад. И все, тут она никак не отображает, значит. Реформирование сделать. Это, наверное, здесь участок. Ландшафта.
Так, дальше работаем. Это больше нам не надо. Да, тут такой ворп. Терраформировали. Надо бы нам. Шафта. Да, вот на этом всем мы столько денег, блин. Я просто не вижу вообще, что здесь происходит. Вроде более-менее. В общем, всем пробуем. Еще добавили. В общем, тут страшно этот такой подъем ты сделал. Ну, что я тебе скажу? Ну, посмотри, пожалуйста, какие у нас там есть прицепы. Thank you.
улица может транспортировать другие машины. Тут на данном месте можно перевозить поддоны. Поддоны. Жидкость. Тут можно перевозить поддоны. Сочетание с грузовиками. А это сочетание с вот назад 716 килограмм и 7 тонн. Ну, да, думаю, мы покупаем, окей. 18 тысяч у тебя осталось. Фу. Да уж, тут ты, блин, поработал. Едем, в общем. 18 тысяч. Сколько? 120 километров? Ничего себе, вот это он валит. 86-го года. Скорость такая хорошая. Поехали, будем сейчас пробовать загружать поддоны. Клубника у нас уже созрела, так что да. Так, открепить отсоединение крови, переключить, выбрать камеру звуковой сигнал. Масштаб карты. Изменить скорость, переключить скорость контроля. Выбрать камеру звуковой сигнал, масштаб карты. H. Прикольно. Ладно, надеюсь, тут откроется. Сесть в машину. Вот.
больше тоже не сможешь, да? Или смогу? Ты-ты-ты-тынс. Да. Так не откроется, капец. Это как? Слышь, это как вообще? Такое не бывает, нет. Выпустите меня. No. Вообще. Это что-то с чем-то. Вот.
назад. Вот. Пока все. С клубникой мы типа закончили. Чё ты застрял? Не знаешь, куда идти вообще? Я тут и так уже потратился. Идите в баню. Вообще, блин. Ни денег нет. Я из-за вас все потратил. Ландшафтный дизайн, блин, будь они ладен. Вот это вот что это за такие чуть-чуть. Ладно. Наверное. Икс. Куда мы можем вести клубнику? Клубника. 819 закусочная. Пробел показания цен. У нас сейчас август. Да? Быстро мы продали. Ну, прикольно. Это супер. Супер-пупер. Так, выходим. Чем еще заняться? А, да, вернуться к этому. Может, этот уже закончил. Да, ну-ка. По контрактам, да, закончит. Окей. Так-с. Поехали, дружок. Нам направо. И новый потом этот заказ сейчас еще возьмем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Глянуть в воду, наверное, за водой смотаться, чтобы потом накладно не было. Да, с водой разберемся. Денег-то вообще уже нету. Тут, блин, где-то 30 тысяч куда-то выкинуть. Ну,
Control и... Ого, оно швырнуло его. Отлично. Удобрение. 77-е поле. Поле любым удобрением. Отлично. Ох, тут такое вообще, блин. Наполняйся. 77-е это практически вот здесь вот. Тут вот направо сейчас. Поле. Вот оно. Такое уж большое. Так, поезда нету. Где-то так. Вот там работа в поле. Значит. Трудись, я думаю, хватит. Тут оно быстро, в общем. И закончит это дело. Что-то... Там же 2000 должно быть. Это уже многовато. Что-то по соседним этим полям он едет, это, конечно, еще тот крендель. Там не хватит. Ну да, ровно едет. Тут как-то оно... Может, ну, мы еще не разобрались, как его правильно это настраивать, это работника года. В общем, не знаю, может, он сам обучится. И куда мы едем? Что он вперед не мог проехать? Странный ты.
Там так поехал, тут так. Чё, по дороге будешь ехать? Ты серьезно? Я такого еще не видел. Да. Наверное, закончил работу. Да, придется. Поехали. Еще то же самое, тоже любым. Хотел трогать ландшафт, но пришлось, в общем. Дорога. Всем на дорогу. 22 вон там вот. В
Да, тут так не получится завернуть, конечно. Почему ты так поехал? Демон ты. Летает. Не знаю, за сколько проходов он, но, в общем, думаю, он быстро это все проедет. Вот это тут лабиринтище еще. Ты понял? Тут лесные угодья. Здесь вообще 151 тысяча. Классно. Ни одного поля нету, да. Прикольно. Миллион. А ну что, растет? Не было ж миллиона. Завершу. Проезжай отсюда. Какого? Нет. Капец. Ладно, поехали сюда.
Здесь боулинг. Такс. Тысяча пятьсот пятьдесят пять, 1573. У нас 30 000. В общем, мы вернулись к тому, с чего начинали. В общем-то. А, нам воду давайте. Этот трактор. Вот это вот что это за штуки-дрюки здесь? Да уж. Ну не знаю, что это. Какой-то трабл. Эй, алло, где там мой трактор? Разгрузку и так тут наполнили. Так и осталось. В общем, на эту штуку не залезешь. Даже не знаю, что это. Подожди-ка. А в нашем владении ж. Продажа поддержанного транспорта. Навоза разбрасывать. Это позволит удобрить почву. Сажал кассовую подселку. Трак, ну 115. 42 вент. Собственности. Да уж. Прикольно.
Что это? Даже не знаю. Цистерн для навозной жижи позволит удобрить поля. Для данной цистерны нужен дополнительный распределитель. Навозоразбрасыватель. Навозной жижи. Тракторы, использующие для транспортировки прицепов и оборудования. К этому вот это вот все подключается. Прикольно. Амбары и пастбища для животных, чтобы купить животных, разместить амбар для них. Ну, давайте посмотрим наш ближайших соседей. Это у нас 177, 150, 64, 49, 56. Ну вот, 49, потом 56, потом 64 и потом 140, 177, 150, 114. Вот это еще можно будет купить. И вот это 91, 91 тысяча. Да, такой план, конечно, действий приличный, но надеюсь, что все будет хорошо. Вау! Даже так можно двери? Ау. Ух, класс. Вот, и тут подвал, слушайте. Я не видел тут подвала. Прикольно. Ты понял? Вот это да. Приколюха. Это секретная дверь, что ли? Класс. Деж. Да поднимайся, что ли. Ну, там еще выше можно забраться. Вообще, красота. Но тут ничего такого нет. В общем, полазили, узнали интересно. Мне больше всего то понравилось. Ну, подвальное помещение. Я тут не видал ее. Такая секретная комнатка здесь имеется. Встала. Да, в общем, интересно. Вот еще. Ясненько.
Так, что у нас по поводу... Производство. Вода. 126 литров. Циклов. Два цикла в час. 54. Хорошо, в общем. Ну, тут, кажется, на второй этаж я поднимался. Кажется, не прыгнул. Идемте потренируемся, побросаем. 16:37. Есть, отлично. Давайте сюда вон эту кинем. Ни ветерка, ничего. Зачем вот здесь пропеллер и умывальник вот здесь на улице, как-то непонятно, в общем. И это все. Ну что, с клубникой я уж тоже разобрался. Нам понятно, денег просто нету. Я вот кучу денег здесь потратил на вот эту уродливость. Ну, надеюсь, что там будет все нормально. Появится больше денег, мы это вот постараемся как-то улучшить, это все дело как-то более плавно это сделать или еще что-нибудь. Ну, в общем постараемся. Ну, а пока нам бы... А сколько, кстати, улей стоит? Давайте посмотрим. Производство. Оливковая лоза, виноградная лоза. Сажать рядами, чтобы они не дали максимальный урожай, их нужно культивировать, удобрять и мульчировать. Также их нужно подрезать после сбора урожая. Оливковые рощи высаживаются рядом, чтобы они дали максимальный урожай, их нужно культивировать, удобрять и мульчировать. Прикольно. Генератор. Здание. Большой гараж. Аварийка. Гараж для машин и инструментов. С автомастерской. Мастерской. 312 инструментов. Зачем? Станция электро.
электрозарядки, есть даже большая весна коттеджа животного, пчела, вот. Ху-ху-ху. Улей удлиненный. 10 ульев. 33. 19 тысяч. Расположение поддона с ульевым медом. И пчелы у нас есть теперь. У нас 10 тысяч осталось. Собрать всего поддона. Пшеница. 448 у нас пшеница. Тысяча 164 долина Золотой Венец. Хорошо, ждем до января. Будем, ну, будем пробовать это, клубнику вывозить. Да, вот такая вот у нас сегодня серия. Ничего страшного. Догоню, я сказал. Догоню. Хватит, как совсем с ума сошел, да? Плохо бегает. Такой молодой, а так плохо бегает.
канализация, но непонятно, какая-то это канализация, в общем. Коса даже есть. Так, в общем-то, ничего такого тут и нету интересного, да. Сумка, не знаю для чего, и умывальник тоже. В общем, вот. С таблицами там все нормально. Да, пускай заполняется, а там уже это. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сено. Увидимся в следующей серии. До скорого. Всем удачи. Всем пока. Кстати, давайте глянем, но сомневаюсь, что тут. Да, тут ничего не изменилось. А, не, исчезла эта штука. Ого. Что ж, всем пока. На этом все.